Напряги свою фантазию. Представь, что война уже началась. Шобла злобных покемонов идет мочить телепузиков. Ты за кого? За покемонов или за телепузиков? Не-не. Никакие отмазки уже не катят. Ну ладно, допустим, ты за Чебурашку. А Чебурашка за кого? А Шрек за кого? Что значит за свое болото? Придут и на твое болото. В первую очередь придут, вытащат тебя из постели и спросят, а ты за кого? За покемонов или за телепузиков? А лично однозначно за телепузиков. Хотя у них явно поролон в голове, но еще телевизор в животе. Телевизор – это же ихнее смертельное оружие. Они же как встанут в шеренгу, да как начнут рекламу гонять. А тебе дадут пульт и щелкай сколько хочешь, прикинь, чувак. Целых 4 телевизора сразу. Ух-ху-е. Вот это покемоны сразу и попали. Они же за пульт передерутся. Как начнут друг друга рвать, кромсать, взрывать, электрошоком фигачить, огненными шарами какими-то. А еще они вроде бы друг друга замораживать умеют. Или это Sailor Moon? Хотя не важно. Важно, что Sailor Moon однозначно будет за покемонов. Вот ее жалко. Остальных покемонов нифига не жалко. А ее жалко. Но все равно за телепузиков. И, по-моему, вся наша отечественная мультяшная коалиция за них подпишется. То есть телепузы будут стоять плотным фронтом с телевизорами, а наши мультики встанут сзади и дружно хором запоют «От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется». И от этой веселой песни покемоны как начнут блевать, и как выблюют нахрен все свои микросхемы. А еще потом диснеевская команда с тыла подвалит и тоже как начнет голосить. Во, блин, врагу бы не пожелал. Но с покемонами все слишком просто. Они же дикие совсем. Если они будут только сами воевать, у них нет шансов. Но вот если за них подпишутся X-мены, тогда телепузам трудно придется. Тогда им может быть даже и... А X-мены они такие. Они же все покемонщики поголовно. Но они, кстати, не тупые. Они понимают, что с покемонами нормально жить не получится. Если покемоны размажут телепузов, то на следующий день они уже наедут на X-менов. И там еще непонятно, кто кого. X-мены все-таки не такие изощренные. Их очень мало в сравнении с покемонами. И они это понимают. Поэтому X-мены за покемонов никогда не подпишутся. X-мены будут за телепузиков. И Человек-паук, и Бэтмен, и Супермен. Все они будут воевать на стороне телепузов. А с покемонами пойдут только Sailor Moon, Трансформеры и Росомаха. Еще может быть Спаун. Он весь какой-то непонятный. Неизвестно, что ему в голову стукнет. Хотя сколько там того Спауна? Один против всех X-менов, он все равно ничего не сможет. Так же ты как хочешь, а я за телепузов. И не потому, что они лучше покемонов. Но, честно говоря, для меня что те, что другие. Я же уже большой, я больше Футураму смотреть люблю. Или Симпсонов. Но есть такая тема. Война. Покемоны и телепузики. И никаких Футурам, никаких Симпсонов. Только покемоны и телепузики. Вот это вилы. То есть, конечно, можно просто выключить телевизор. Легко. Но война по-любому тебя найдет. Или через радио, или через газету, или через интернет. Или просто, допустим, едут в твоем купе двое телепузиков, и целый вечер только и слышно. Тинки-винки, покемоны вооружаются. Или когда идешь по улице, а там толпа покемонов, и все в твою сторону косятся.
Или когда твой друг, в котором ты всегда был 100% уверен, вдруг берет и спрашивает: «Так ты за покемонов или за телепузиков?» И все. И никакие отмазки уже не катят. «Ну ладно, друг, успокойся. Я же уже сказал, я за телепузиков. А ты что, за покемонов, что ли?» «Ну и чудесно, что ты за покемонов. Неважно, друг, за кого ты. Важно, что ты определился. В наше время это очень важно, однозначно определиться. Это уже потом, месяцев через 20, мы с тобой будем дружно прикалываться, как это мы чуть было не поссорились из-за каких-то телевизорных мутантов, прямо как дети, ей-богу. Но это уже потом, понимание со временем приходит. А сейчас другое время. И сейчас, конечно, важно определиться. Ну вот мы и определились, каждый по-своему. Надеюсь, это не помешает нашей дружбе».